«Будь здорова, мама» – это социальный проект, который призван помочь самарским мамам восстановить здоровье после родов и восполнить свои ресурсы. У его автора двое детей. О создании проекта, который может помочь мамам физически и морально восстановиться после беременности, задумывалась еще во время первого декрета. Мы с командой Самарской федерации УШУ вот этот проект сейчас в настоящий момент реализуем. То есть эта заявка выиграла. И мы с другими мамами, их сейчас порядка 80 уже зарегистрировалось в проекте, вместе с ними мы занимаемся. У нас есть группы онлайн и есть две группы, которые занимаются вот очно. В программу включены упражнения, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, мышц тазового дна, мышц пресса, суставов и связок, а также нормализацию веса и развитие выносливости. Для тех, кто хочет больше подвигаться, в программе есть занятия фитнесом. Те, кто желает размяться, посещают занятия китайской гимнастикой ушу. Тренировки уже успешно проходят 2 месяца и продлятся почти до конца года. Записываются даже беременные, чтобы после родов начать заниматься. Ольга Медовникова о проекте узнала от подруги. Говорит, давно искала что-то подобное. Она ответственно подходит к тренировкам, не пропускает занятия и четко выполняет все инструкции. Занятия всегда заканчиваются на таком позитиве, потому что я чувствую, что все проблемные мышцы спины, поясницы, они себя лучше чувствуют. Ну и просто давно не было какой-то такой физической активности, если не считать прогулок. И, ну, это такой хороший заряд бодрости и переключения от каких-то домашней круговерти. Кроме того, в проект включена серия семинаров психолого-педагогической помощи, которая помогает женщине получить моральную поддержку и перестроиться на материнство. Эксперт рассказывает молодым мамам, как меньше тревожиться, налаживать быт и заниматься развитием ребенка. Особой популярностью семинары пользуются у тех, кто стал мамой впервые. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.